Так, решил присоединиться к Джейн в сообществе. Бывшая клыкостая тролль убедительно. Я скептик, но Джейн говорит со мной, знаешь? Она невероятно красива и имеет красивое тело. Так ты отказываешься от вампиризма, чтобы жить как человек? Да, что не ясно. А как насчет всего? Не можешь притворяться человеком, ты балбес. Притворяться человеком – первый шаг. А второй шаг? Не все шаги ясны. Почему одет, как фигурка Playmobil? Так я одевался, когда был человеком. Это все глупо. Мы – лидеры вампирского совета. Станем посмешищем, когда узнают, что ты ушел пойти в человеческие игры. Да, я не смеялся бы, но есть те, кто смеялся бы. Вам больше не нужно беспокоиться об этом, потому что ты меня больше никогда не увидишь. Дай мне это. Будь счастлива в своей непросвещенной вечности. Прощай, ауф Видерсейн. Спокойной ночи, Сиэтл, и крепкого психического здоровья. Увидимся. Хозяин, я занимаю его комнату. Мастер, подожди, как твой официальный телохранитель. Я должен сопровождать тебя везде. Я больше не твой хозяин. Надеюсь, я освобождаю тебя от службы. Что, пора мне обрести счастье. Ну и я хочу обрести счастье. Как думаешь, чем я занимался последние 11 лет? О, боже, ты шел с ветром и тенью. Почему я жил с тобой все это время? Не мог бы ты, пожалуйста, обрати меня в вампира перед тем, как уйти? Чтобы после стольких лет мы с тобой оба могли быть счастливы. Да, еще как. Несмотря на мое холодное, мертвое сердце и твой не самый лучший характер, я привязался к тебе. Совсем немного, но знаешь, а я к тебе? Ну, очевидно. Вампиризм – проклятие. И я слишком забочусь о тебе, чтобы обременять тебя этим. Это слишком сильно легло бы на мою совесть. О, вот эта улыбка. Когда-то я был вампиром, сегодня я всего лишь мужчина. Вытри лицо. Ты выглядишь, как мокрые трусы. Поскольку я больше не могу летать, я совершу приятную вечернюю прогулку по Джеймсу. Просто человек, переходящий улицу. Осторожно. Что? Мне? Ты не можешь просто выйти на улицу вот так. Нужно посмотреть по сторонам. Это буквально первое правило, как быть человеком. Это очень плохое начало. Что я буду делать с этим?